Новорожденная погибла, не дождавшись скорой помощи. По сообщению сотрудников правоохранительных органов Кировского района, 14 августа одна из жительниц Саратова обратилась за медицинской помощью по телефону 03. Состояние ее новорожденной дочери стало резко ухудшаться. Женщину вызвала бригаду скорой помощи. Однако по прошествию длительного времени медики так и не приехали. Саратовчанка еще несколько раз обратилась в скорую. Когда же медики прибыли, то констатировали смерть младенца. По факту халатности врачей возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».